Я приветствую всех на моем канале. Сегодня мы поговорим о том, как в Option Sender сделать более 5 вариантов выбора. Мы сделаем и 8 вариантов, и 13, и вы поймете, в принципе, как это расширять. Давайте я сейчас соберу проект с нуля полностью в ускоренном режиме и как раз подберусь к патчу. Итак, друзья, готово. Я собрал наш проект, чтобы визуально все видеть. Давайте перейдем теперь в редактор патчей и давайте его растянем. Далее, я сейчас нахожусь в режиме 2D, я могу переключить на классическое 3D. Вот так это выглядит. И давайте нажму два раза по патч-редактору и выберу Screen Tab. Сделаем, чтобы при нажатии на экран у нас менялась видимость каждого объекта. Будем делать это через Option Sender, естественно. Давайте Screen Tab, от него идет счетчик, он будет counter по-английски, стоит от 0 до 5, пока что окей. Сейчас будем постепенно увеличивать количество. Давайте теперь сделаем Option Sender. И здесь обязательно я ставлю вместо Number, ставлю Boolean и галочку, где значение. Далее я беру от 1 до 5, сейчас выделяю и нажимаю Visible, сразу выношу 5 объектов. И давайте сейчас подсоединим к нашему патчу и проверим, как изначально работает 5. И, соответственно, у вас возник вопрос, а как же сделать больше? Сейчас мы это все рассмотрим. Давайте сделаем симуляцию нажатия, переходим в наш превью и здесь нажимаем симуляция нажатия, касание. И давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5. Все объекты у нас переключаются, как по видимости, как и должны быть. А теперь давайте сделаем, чтобы переключались и остальные. Давайте добавим еще 5. Я для этого делаю, перевожу от counter вот сюда и здесь пишу subtract. Это для того, чтобы вычесть. Давайте сделаем цифру 5, нажимаем Enter. И теперь Option Sender мы копируем, дублируем. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. На Mac'е будет Command-C, Command-V. И здесь соединяем. И, собственно, теперь подсоединяем остальные наши 5 объектов, их видимость. Давайте проверим. Мы видим, что сейчас это не сработало, потому что в значении counter у нас стоит ограничение 5. Давайте увеличим до 10. Теперь все работает, все отлично. Возникает следующий вопрос, а как тогда сделать больше, чем 10? Для этого мы опять делаем два патча, выделяем Subtract и Option Sender, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, на Mac'е Command-C, Command-V. И здесь мы уже ставим значение 10. А здесь в счетчике, так как у нас объектов всего 13, максимальное значение мы ставим 13. Нажимаем Enter. И остальные три значения, также я через Shift их выделил, можно через Control. Нажимаем Visible показать, точнее вынести на редактор патчей. И давайте сейчас расставим. Итак, проверяем. Смотрите, первый объект показывается. Мы, кстати, можем видеть, как это в патчах тоже происходит. Видите, Visible первого включен. Давайте посмотрим второй, третий, четвертый, пятый. И 13-й, и снова с 1-го. Как вы видите, таким способом мы расширили значение Option Sender. Так что пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь на мой YouTube, ставьте колокольчик. Также напишите комментарий, чтобы продвинуть это видео, потому что многие этого не знают, как сделать. А также подписывайтесь на наш Telegram-канал и в группу ВКонтакте. Всего доброго, всем пока!